люди действительно опасаются за свою жизнь. Ну, обращения были тут многочисленные уже несколько лет, жалобы писали и пытались обратить внимание и правительства, и прокуратуры, и прочих ведомств. И, как видите, все безрезультатно. Они обещают, обещают, ссылаются, что денег нету. И так с каждым годом все вопросы откладываются и, видимо, ждут, когда, как говорится, гром грянет. То есть кто-нибудь погибнет, или машина упадет вниз, или мост обвалится, или еще какая-то беда случится, как это бывает. Когда они начнут делать это в экстренном порядке. Вроде все методы использованы, и мы пришли к мнению с этими же пенсионерами, что надо привлечь внимание средств массовой информации, создать общественный резонанс, то есть чтобы действительно на уровне республики данному мосту обратили внимание. Вот таким вот нестандартным способом, можно сказать, креативным, назвали вот этот проблемный мост именем нашего главы города. Не как личности, а как именно главы города. То есть человек, который способный повлиять на ситуацию в нашем городе, но по каким-то причинам он бездействует, ссылаясь на отсутствие денег. Ну, тут и такой вот слоган, это Дмитрий Анатольевич недавно сказал, много это пиарили такие слова по телевидению, как раз подошел именно к личности нашего главы города. Денег нет, но удержитесь, как бы соответствует нашей городской администрации и делам нашей администрации. Логотип «Единой России» ассоциируется именно то, что они постоянно говорят «партия дела». Но по сути получается партия бездельников, пиарщиков и популистов. Ну, вроде все. Но мы хотим привлечь внимание, чтобы как бы вопрос начал решаться и не случилось беды. Нет, это к тому, что мост имени безденежной администрации, так сказать. Вы согласны? Я согласна, конечно.